Анонс и точная дата выхода 19 серии турецкого сериала «Марашанец». 19 серия сериала выйдет в эфир 24 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что после того, как узнала Махур, она была очень огорчена и сильно обижена на Марашлы. Марашлы покинул разведку и признался Махур, что все услышанное ей было правдой. Девушка разбита, и она никак не может смириться с тем, что Марашлы ей все это время врал. Марашлы также находится в отчаянии, и он решает отвезти Махур в то место, где все началось. Он должен объясниться перед ней, и тогда, может, Махур сможет простить его. Саваш был шокирован тем, когда узнал, что Ниджати на самом деле родной сын Азиза. Азиз провел тест ДНК, и поэтому сомнений никаких не остается. Саваш начинает ощущать большое предательство, ведь все это время он считал Ниджати своим старшим братом. Он не собирается оставлять это дело просто так и намерен отомстить. Когда Саваш встретился с Ниджати, то рассказал ему обо всем. Ниджати, услышав информацию от Саваша и поняв, что Азиз его настоящий отец, был шокирован. Он решает обратиться за помощью к Марашлы для того, чтобы спасти Азиза и Ильхана, которым угрожает серьезная опасность. Марашлы согласился и сразу же отправился к Савашу для того, чтобы спасти Азиза и Ильхана. Но неожиданно появились полицейские, и Марашлы был взят под арест. Напомним, 19 серия сериала выйдет в эфир 24 мая. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.